если красиво. Можно, для начала, в итоге матч четвертый. Ну что, все видели, 1-5, там какой-то, пофиг, говорит, на отчет. Главное сейчас забыть, перестроиться в голове, играть в простой хоккей, тот, который принесет в дальнейшем успех, значит, каждый должен понять, что цена ошибки в плей-офф очень дорого стоит. После такого обидного поражения настрой, наверное, на пятый матч будет сверхбоевым. Главное настроиться на свои правильности, на свои действия правильные, на свою голову, сердце, на партнера, верить в него, доверять, отрабатывать, поддерживать, вот и все. Настрой, я думаю, каждый сам все прекрасно понимает, что плов. Не надо никого настраивать, я говорю, главное выйти с головой, горячим сердцем и верить друг в друга, и без ошибок. Владимир, ну вот проблема первого периода, прошлый матч 2-0, сегодня опять 2-0. В чем причина плохого начала? Можем, трибуны несут, а хотим, знаете, так, наверное, может агрессивно сыграть, но там команда такая, которая, наоборот, на агрессию отвечает, выкидывает шайбы и грамотно подбирает их, начинает ловить на контратаках. Ну, может быть, одна из причин. А еще такой момент, все-таки ввели 5-2, победили 6-3 в прошлом матче, переломили, казалось бы, ход серии. Может быть, психологически как-то повлияла вот та уверенная победа? Да надеюсь, что нет, потому что я надеюсь, что каждый понимает, что нельзя переломить ход серии. Это потом, когда ты уже проходишь команду, и там все аналитики, эксперты, болельщики, там журналисты будут говорить, какой там матч был переломным и что там могло переломить. Ты должен каждый день подходить к новой игре, как к новой игре. Нельзя вспоминать, вчера мы выиграли 6-3, а вот сегодня, наверное, мы выиграем 4-2. Угу. Все, 6-3 выиграли, забыли, все, поехали с нового листа чисто. Внимательно смотрел, когда были на льду с Беком, очень часто он именно бил сзади. Вообще, как к этому относитесь? Да и вы ему тоже, ну не сзади, но тоже отвечали. Я нормально отношусь, главное, чтобы без тычков, без ударов в голову. Я люблю силовой хоккей, но правда чисто. Я не из-под тяжка и без нырков.